Здравствуйте! На Первом Карагандинском новости. В студии работает Гульнур Жакен. Аким города Мирам Смагулов поздравил ровесников Караганды. Благодаря вам, таким как вы, город строился. Концертному объединению имени Кали Байжанова исполнилось 75 лет. Ключи от большого 61-местного импортного автобуса. Развлекательному центру «Бегапарк» исполнилось 5 лет. Бегемотик «Бегапарк» угощает всех своих гостей, всех маленьких друзей. Сегодня день рождения Караганды. 80 лет назад шахтерской столице был присвоен статус города. Многие карагандинцы родились в этот день. Ветеранов труда, ровесников Караганды приехал поздравить аким города Мирам Смагулов. Амина Смакова продолжит. Здравствуйте. С днем рождения. Спасибо вам тоже с праздником. Большущий праздник. Прощайте, пожалуйста. С днем рождения. Мария Лосникова в этот день справляет день рождения. Ветерана труда приехал поздравить аким города Мирам Смагулов. Торжественно вручив цветы и подарки, аким поздравил Марию Лосникову. Благодаря вам, таким как вы, город строился. Сама Мария Лосникова не скрывает радости. День города она считает одним из главных праздников в году. И стол успела накрыть, и город поздравить. Я надеюсь, что с вашими усилиями, с вашим вниманием, заботой я еще поживу. Надо. Порадуюсь, и чем смогу, тем вам помогу. Мария Химина приехала в Караганду из Омска в 1949 году. Почти всю жизнь проработала воспитателем в детском саду. За праздничным столом она рассказала о том, каким видела город, какой он был. За всю свою жизнь она ни разу не пожалела о том, что приехала в шахтерскую столицу. Спасибо вам большое за жизнь, за внуков, за правнуков, за то, что вы много сил, времени отдали именно городу Караганде. Ровесники Караганды рады таким теплым поздравлениям. Мирам Смагулов поздравил всех жителей города с этим праздником. Я думаю, у всех карагандинцев сегодня приподнятое настроение, потому что городу 80 лет. 80 лет – это огромная, большая история в нашем государстве. И я считаю, что наш город достойно в этом году эту дату исправит. Амин Смакова, Карат Рашитов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Сегодня 80-летие Караганды. Именно в 1934 году шахтерская столица начала свое существование как город. В этом же году 80-летие будет праздновать и шахта имени Костенко. О том, какая идет подготовка к празднику под землей, расскажет Амина Смакова. Шахта имени Костенко – угледобывающее предприятие в городе Караганда. Входит в состав угольного департамента ArcelorMittal Темиртау. Шахта расположена в восточной части промышленного участка Карагандинского бассейна. Находится в пределах городской черты Караганды между районами Майкудук и Новый город. Посланник Донбасса шахтер Иван Акимович Костенко в 1993 году начал строить новый город, закладывал шахты. За заслуги в угольной промышленности в 1934 году его имя присвоили одной из шахт города Караганды. С момента своего существования и по сегодняшний день шахта дала стране столько тонн угля, что и цифру назвать страшно. За эти годы шахтой добыто более 17 миллионов тонн угля. Сегодня шахта имени Костенко не сбавляет свои обороты, а наоборот, прибавляет. Шахта практически никогда не перестает работать. Горняки работают по сменам. Одна смена длится 6 часов. Каждый день работа горняков начинается именно с этих звуков под землей. Давай, берег! На шахте работают целые династии – отец, сын, внуки. К примеру, у начальника добычного отдела Анатолия Лозовика – отец шахтер. Сам Анатолий Лозовик в этом году празднует 30-летие на шахте. В 1985 году пришел на шахту Майкудукскую. Потом, в 1993 попал на шахту имени Костенко. Как опустился один раз под землю и заболел этим на всю жизнь. Работа, как сказать, гладила, спорилась и... Основное, очень коллектив попадался, шахтеры, народ очень дружный. Горняк Александр Лебеденко добывает уголь уже на протяжении 24 лет. Сначала его отец проработал всю свою жизнь на шахте имени Костенко, теперь вот и он. Сильные мужчины, добывающие уголь в недрах земли. Молодые кадры тоже не отстают от старших. Молодой специалист Иван Кравчук на шахте имени Костенко работает 9-й год. Сразу после университета он пришел на шахту и понял, что без угольной пыли жить не сможет. Я не планировал здесь работать. Я пришел на один год подтвердить диплом и подтверждаю теперь его уже 9-й год.
Я думал, что я буду заниматься чем-то другим, но не ушел. Все, кто работает на шахте имени Костенко, считают свой труд призванием, предназначением. Шахта зародилась как раз тогда, когда Караганде присвоили статус города. Так что юбилей Караганды шахта имени Костенко считает и своим главным праздником. Амина Смакова, Тулеген Рашитов, Бахтияр Оспанов, Первый Карагандинский. Концертному объединению имени Кали Байжанова исполнилось 75 лет. Праздничный гала-концерт прошел на сцене Казахского театра имени Сакена Сейфуллина. В нем приняли участие все творческие коллективы творческого объединения. Оркестр казахских народных инструментов имени Татимбета концертного объединения имени Кали Байжанова создан в 1988 году. Первым постоянным дирижером является Дусен Укибай. За эти годы улучшался качественный состав оркестра. В настоящее время в его составе работают такие музыканты, как заслуженная артистка Республики Казахстан Балтай, победители республиканских конкурсов Смагулов, Ташимов, Ибраева, Рахимгалиева, Габделов, Аспаханов, Излетаев и многие другие. Поздравить концертное объединение приехал и аким Карагандинской области Боржан Абдишев. Глава области поздравил горожан и творческий коллектив, вручил цветы и грамоты. Но самым главным подарком на 75-летие стал 61-местный автобус. Ключи от большого 61-местного импортного автобуса. В 2013 году в Саране было создано 150 новых рабочих мест, а средняя зарплата достигла 72 тысяч тенге. Об этом в ходе встречи с жителями города-спутника сказал аким Мухтар Адамбеков. В 2013 году доходы бюджета Сарани по сравнению с прошлым годом увеличились более чем на 4% и сложились в объеме более 4 миллиардов тенге. Из них собственные доходы города 905 миллионов тенге, то есть на 14% больше предыдущего года. В городской бюджет за счет налогов поступило свыше 102 миллионов тенге. Значимым событием прошедшего года стал запуск завода по производству железобетонных изделий с элементами крупнопанельного домостроения во время республиканского телемоста с участием главы государства. Были решены и многие другие проблемные вопросы жителей Сарани. Вместе со страной динамично развивается наш город, перед которым стоят новые задачи, обозначенные главой государства в послании народу Казахстана от 17 января текущего года. Казахстанский путь 2050. Единая цель, единые интересы, единое будущее. Для их успешной реализации мы имеем достаточный потенциал. Об этом свидетельствуют результаты прошлого года. Многие ветераны из Сарани приветствуют такие встречи с руководством города. Все вопросы, по словам жителей, решаются в оперативном порядке. В 2014 году маленький горняцкий город будет отмечать свое 60-летие. В том числе не забыли и про празднование 70-й годовщины Великой Победы. Я так полагаю, что мы справимся со всеми этими задачами и достойно встретим юбилей города и придем с хорошим настроением к 70-летию Великой Победы. Большое внимание Мухтар Адамбеков уделяет и молодежи города. В 2013 году был открыт Центр молодежных инициатив, где занимаются реализацией пропаганды государственной молодежной политики в регионе. Наши мероприятия направлены на профориентацию среди молодежи, на профилактику здорового образа жизни, также направление в сфере инновационных технологий, внедряемых в работе с молодежью. То есть это различные флешмобы тематические, круглые столы и также значимые встречи, которые направлены на социальную адаптацию молодежи. Николай Кравец, Ажаз Габасов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. К
80-летию Караганды в Музее изобразительного искусства открылась персональная выставка художника Олега Дроздова. Более 60 картин автор показал жителям нашего города, в которых можно увидеть знакомые всем улицы шахтерской столицы. Большинство картин художник Олег Дроздов написал 2 года назад. Все его работы посвящены старому городу Караганды. Именно здесь прошла вся его молодость и юность. Некоторые этюды автор рисовал с натуры, оставаясь наедине с природой. Ну, этюды, конечно, это с натуры все. Фотоэтюды и так делал. Ну, в основном, основные все в мастерской. У Олега Дроздова есть любимые места в городе. Это бульвар Мира, улица Джамбула и Ленина. Именно здесь у художника происходили моменты, которые невозможно стереть из памяти. А вот эти вот старые дома, японские их еще называют, это пленные японцы их строили. Ну, вот, что ласкает взгляд, связано с какими-то ассоциациями молодости, детства. Там поцеловался, там подрался. Ну, это мой город. Во многих работах у художника присутствуют городские пейзажи, которые выполнены в технике масляной живописи. За годы своей творческой карьеры он успел запечатлеть Караганду на разных этапах ее развития. Николай Кравец, Габиден Курушпеков, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. В Караганде продолжаются мероприятия, посвященные 80-летию города. На этот раз наш город поздравили с днем рождения самые маленькие жители шахтерской столицы. Подробности далее. Желаем тебе цвести, хорошо, тебе все годы песни нам спеть. Малыши детского сада Айла читают стихи и поют песни о Караганде. О том, что наш город отмечает 80-летие, знают теперь не только взрослые, но и даже самые маленькие жители шахтерской столицы. Вместе с педагогами дети подготовили праздничную программу. Из каждого двор и сквер в Дороме Караганда, ты сердце Казахстана, ты самый лучший город на земле. Люблю тебя, горжусь тобой по праву, и очень счастлива, что я живу в Караганде. Детский сад Айла сейчас посещают 240 детей. Здесь создано 8 групп на русском и казахском языках. Все мероприятия, посвященные к юбилею города в дошкольном учреждении, проводятся вместе с родителями. Стихотворение о Караганде прочитала и воспитатель ребят Лариса Медаль. Мы поздравляем наш любимый город с юбилеем. Желаем ему цвести, расти и хорошить день ото дня. Милая родина, город любимый, свой юбилей несравненно красивый. Здания прекрасные, скверы и парки. Вот к юбилею нам подарки. Николай Кравец, Алжас Габасов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. На минувших выходных развлекательному центру «Бегапарк» исполнилось 5 лет. На свой день рождения детский мир развлечений и игр пригласил всех маленьких жителей города Караганды. Амина Смакова подробнее. Эта веселая толпа просто боялась не успеть получить подарки от развлекательного центра «Бегапарк». Зря переживала, сюрпризы достались всем. В свой юбилей «Бегапарк» никого не оставил без подарков. Детям раздавали шары, пирожные и разные сувениры. Бегемотик «Бегапарк» угощает всех своих гостей, всех маленьких друзей. Зажигательная ведущая вкупе с креативной группой подготовили для детей интересную концертную программу. Дети и родители участвовали в конкурсах, танцевали, играли, пели и просто весело проводили время. Помимо этого, для маленьких любителей более спокойного времяпровождения нашлось другое развлечение. Вместе с родителями они рисовали, читали, смотрели на веселых ростовых кукол, которые развлекали посетителей на протяжении всего праздника. Самих детей от бегапарка в этот день было не увести. Мне 4 года, мне на тебе емотик. Ты нравится аттракционы, где получать билетики и обменивать их в игры. День рождения «Бегапарка» прошел на ура. Вроде юбилею развлекательного центра, а подарки получали дети и родители. В этом весь «Бегапарк» – дарить подарки детям не только в праздники, но и в обычные дни. Амина Смакова, Габиден Гуржбеков, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа – Galaxy Group, производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».
Это была последняя информация на сегодня. Уважаемые телезрители, если у вас есть интересная информация, звоните к нам по телефону 42 06 49. До свидания.